Доброе утро, ребят. Или уже добрый день, у нас 11 час, а мы тут нежимся с котом, да? Доброе утро, скажу всем привет. Я решила сегодня поснимать влог. Если, конечно, у меня получится. Дарвин, ну не грызи меня, мне больно. Игривый котик. Я так благодарна своему брату за то, что он подарил мне провод, но не мне, а нам провод для зарядки телефончиком. Целых 2 метра счастья. Знаете, я вспоминаю сразу прикол о том, что как появилась 2-метровая зарядка, да, провод, я сразу стал чувствовать себя более свободным. Это точно, ребят, стало как-то проще даже заряжать телефон. Так что, брат, если ты вдруг посмотришь мой влог, большое спасибо тебе за такой приятный подгон на Новый год. По традиции решила вам показать свой домашний аутфит. Да, я сегодня в самой удобной одежде, наверное, это леггинсы и футболка. Я сделала маску на волосы, сейчас вам покажу, что за масочка. И у меня на губе герпес, видите? Это просто уже вавочка осталась, но все-таки что-то еще есть. И я все еще с проводами, до меня никак не дойдет техника именно без проводных наушников. Но я глянула уже, их присматриваю себе и, наверное, буду заказывать себе их покупки, потому что с проводами что-то мне уже неудобно снимать. Сейчас покажу вам, какую маску забандрячила себе на волосы. Итак, на волосы я сегодня сделала себе масочку от бренда Шоконат. Я вам уже множество раз говорила и все уши уже прожужжала, насколько я люблю этот бренд. Это российская натуральная фабрика производства косметики, наверное, я могу их так назвать. И сегодня я на волосы вот эту масочку нанесла. Это маска пудинг шоколадная для восстановления и укрепления волос. У меня, правда, здесь небольшой объем, всего 150 мл. Обзор на эту масочку у меня уже есть в Instagram. Я вам там ее просто по полочкам разложила, показала, рассказала. Поэтому подписывайтесь на мой Instagram, miskik9970. И вы всегда будете в курсе событий всех обзорчиков, которые я туда выношу. Очень сильно мне нравится эта маска. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот так выглядит масочка. Она очень вкусно пахнет. Прям... Я не знаю даже, вот я ее наношу, и это, знаете, что-то такое вот сливочно-сметанный, шоколадный запах, какой-то вот такой вот, чуть-чуть с кислинкой, но я не знаю, мне очень-очень сильно нравится продукция бренда Шоконат, и я сейчас уже опять лазю по этому сайту, хочу заказать себе ту продукцию, которая у меня заканчивается, та, которая мне очень сильно нравится. И, безусловно, я с удовольствием вам рекомендую данный бренд. Ребят, ну, я не знаю, реально достойное внимание. И это продукция, которую нужно пробовать, влюбляться. Если вы попробуете хотя бы раз бренд Шоконат, вы меня поймете. И вы еще не один раз скажете мне, Ирине, большое спасибо за то, что я сделала такую наводку. Но для меня бренд Шоконат — это реально открытие, потому что, смотрите, у меня здесь просто всевозможные масочки. Моя любимая укрепляющая маска с маслом жожоба. Я ее очень люблю, но она очень сложно наносится. И мои любимые маски для лица, как вы видите. Маски, которые я буду себе заказывать, это будет противовоспалительная и маска фитопилинг. Очень-очень сильно их люблю, потому что это именно та продукция, которая в действительности просто отрабатывает каждую копеечку, которую вы за нее заплатили. Красотки мои, хотела у вас спросить. У вас бывают такие дни, когда у вас заканчивается практически все. Но я имею в виду из ваших бьюти-штучек. У меня сегодня утром наступил тот день, когда у меня закончились ватные диски, бумажные полотенца. Простите, закончилось еще кое-что из средств личной гигиены, но я не буду это озвучивать. В общем, позаканчивалось все. Все, что нужно было мне в уходе. Гель для душа, мыло закончилось прям напрочь. Все позаканчивалось, и у меня совсем из головы выпало то, что 15 число прошло, и скидки в Магнит Косметик тоже уже закончились, и придется покупать это все без скидок. А я, как знаете, как тот старый еврей, мне прямо что-то... Я даже, ну, радуюсь, когда там элементарно даже 5% скидка будет на какую-то продукцию. Слушайте, мне надо, наверное, колоть себе уже межбровку, потому что у меня вот этот вот залом, который начался в 14 лет,
он меня уже парит. Я хотя периодически делаю массаж, сейчас еще себе сделаю, наверное, массаж на межбровку. И это потому что меня прям бесит. Я как бабка, знаете, суровая такая сижу. Через 10 минут мне нужно будет смывать маску. И да, покажу вам. А чем я сегодня буду, кстати, смывать маску? Хотела вам еще показать свои новиночки от бренда Тиана. У меня пришло 3 позиции, которые я заказывала. На один из продуктов я уже сделала обзорчик. Скоро будет у меня в инстаграме Мискик 9970. Другие позиции я только начинаю пробовать. К примеру, сейчас я вам все покажу, кстати. Да, что я болтаю? Пойдемте покажу. Тоже вкусненькое у меня появилось от бренда Тиана. На самом деле, вы знаете, если вы на меня подписаны, если нет, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. И да, конечно же, не забудьте поставить лайк. Это будет мне очень-очень приятно. И вообще, да, немножечко порекламирую себя. И не забудьте подписаться, кстати, на мой инстаграм, чтобы не пропустить свежие новые посты. Ну так вот, я заходила в магазин Ревгош, я заходила в онлайн-магазин и смотрела, что новенького появилось именно у бренда Тиана, потому что я очень сильно люблю данный бренд, мне нравятся их сыворотки, я просто влюблена в их сыворотки, мне нравятся их альгинатные маски. И посмотрела то, что, собственно говоря, в магазине Ревгош, ничего я там не увидела. Хотя там именно в магазине. Почему я заходила в магазин Ревгош? Потому что у меня есть там скидка, золотая карта, и это очень приятно. Я, как знаете, как тот, еще раз повторюсь, старый еврей, всегда радуюсь даже минимальным скидкам, потому что можно сэкономить бюджет, всякие кэшбэки, что такое, мне, я очень это люблю. Поэтому, если у вас есть какие-то кэшбэки, вы знаете, как можно еще сэкономить деньги на покупках, дайте знать. Ну так вот, и не так давно я познакомилась с интернет-магазином именно продукции бренда Тиана, это tianalab.ru, и я зашла к ним туда, посмотрела, полазила по сайту и увидела то, что у них появились новиночки, собственно говоря, почему и сформировался данный заказ. Первая новиночка, которая меня привлекла, и, ну, вы понимаете, почему, потому что здесь прописано слово «улитка», и это ночная маска от мимических морщин, эффект через 2 часа, с токсином конической улитки. И нет, у меня нет морщин, у меня есть только межбровка, которая меня дико раздражает. Мне просто было интересно попробовать данную продукцию. Тем более, кстати, на сайте tiana.ru, tianalab.ru, у них постоянно, периодически бывают какие-то скидки. Поэтому всегда приятно, правильно? У них была, кстати, скидка, по-моему, на вот эту масочку. И следующее, что мне очень сильно было интересно попробовать, это молекулярный микрофлюид с токсином морской улитки. Я это уже начала пробовать, у меня скоро будет обзор на данную продукцию в моем инстаграме skik9970, так что не забывайте подписываться для того, чтобы не пропустить свежие новые посты. И поэтому, собственно говоря, заказ был сформирован, и я с удовольствием ждала, и вот наконец-то получила, все пришло, уже все пробую. Ну и, конечно, новиночка тоже, что появилась у этого бренда, это сыворотки, точнее комплекс ухода за кожей. Это такой своеобразный курс 10-дневный, и здесь 5 разных сывороток по 2 ампулы. По-моему, как-то так они сделаны, я их еще не начала пробовать. У меня, слушайте, так быстро садится голос, меня даже это иногда подбешивает. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот все эти сыворотки. Мне всегда одной в такой вот ампулке хватает на 2 дня, поэтому у меня получается не 10-дневные курсы, а 20-дневные курсы. И когда я хочу побаловать свою кожу, я всегда покупаю себе какие-то сыворотки от бренда Тиана, и просто в течение, грубо говоря, месяца я делаю себе вкусняшки, наношу на лицо вот эти вот сыворотки от бренда Тиана. Они тоже там, сыворотки у них бывают с хорошими скидками, можно определенные сыворотки купить даже за 400 рублей, поверьте мне, это очень бюджетно, с учетом того, что сейчас, к примеру, сыворотки в объеме 30 мл стоят достойного хорошего внимания, они свыше 1000, поэтому если вы не хотите платить дорого и вы хотите видеть результат на своем лице, конечно, присмотритесь к бренду Тиана. Я думаю, каждая девочка, каждая, точнее, девушка, женщина подберет для своего ухода то, что ей именно нужно, потому что арсенал именно сывороток там просто какой-то невероятный. Там их столько много, что
Я даже, знаете, счёты сбилась. Очень отличные сыворотки, так что имейте в виду. Я буду только вот эту сыворотку пробовать, но она прям тоже прописана, то, что здесь какие-то новые грибочки, экстракты, и прям да. Так что буду пробовать здесь. Видите, все прописано здесь есть. И нежный пилинг, природный филлер, защита, глубокий лифтинг, сияние тона. Так что, да, буду после использования всей этой продукции буду молода, красива и свежа. Все, пошла я смывать маску, потому что уже время подошло. Ну что, помыла, высушила волосы и кайфую от результата. Очень-очень мне нравится, как работает эта масочка на волосах. После нее волосы действительно более такие упругие, что ли, они какие-то более блестящие, приятные, хочется трогать. Вот, так что, если не знакомы с брендом Шоконат, рекомендую познакомиться. Не знаю, мне очень сильно нравится. Это один из моих любимых брендов натуральной косметики. Тот случай, когда мне хочется, даже не знаю сказать, как это, что сделать, но у меня нет слов, одни возмущения. В общем, сейчас готовлю кушать, раздается стук в дверь, и с той стороны двери, да, в коридоре, то есть на лестничной клетке, на меня начинает орать мужик со словами: «Убирай свою машину от моего гаража, я не могу ее поставить». Хотя, ребят, там место есть, как бы ему, в принципе, он въехать может. Я вам покажу расстояние. Почему туда поставила машину? Потому что тупо больше возле нашего дома негде было припарковать машину, и он бы, как бы, по большому счету, мог бы въехать. Но там дело принципа. Дело в том, что этот мужчина, это сосед с первого этажа, и у нас с ними изначально не очень хорошие отношения, потому что в 2018 году на детской почве, детских взаимоотношений у нас произошел серьезный конфликт, где на этих родителей по моей инициативе было заведено, так скажем, административное дело, ну, уголовно это громко будет сказано, хотя, наверное, да, серьезные были последствия. В общем, я заводила дело, подключала отдел по несовершеннолетним. В общем, их ребенок ударил моего сына. Их там было, точнее, у них двое детей, мальчик и девочка. До сих пор мы выясняем, кто же все-таки ударил моего сына, нашего сына, по лицу и тем самым повредил зуб передний резец. И как бы да, мы там вплоть до того, что бегали по врачам, и сейчас у нас Кирюхин зуб под надзором, а те люди, те соседи, которые, собственно говоря, виновники всего происшествия, они как бы считают, что они не виноваты и ходят на нас, точат зуб и при каждом удобном случае просто пытаются как-то нам нахамить. Мы это все игнорировали, но вот сегодня, 23 февраля 2019 года, произошел именно тот день, помимо того, что у нас выпал снег, и я припарковала машину за, наверное, 2,5 метра от их гаража, спровоцировал новую ситуацию, новую стычку, когда он просто пришел и решил на меня наорать, мужик, отец семейства, пришел, угрожал мне, кричал то, что убирай машину, вот прямо сейчас пошла убирать. Я ему говорю: блин, ну я сейчас готовлю кушать, и не, кормлю ребенка, говорю, как я это все сделаю, я перепаркую машину, окей, как бы без проблем. А он мне начинает говорить: нет, иди сейчас перепарковывай, потому что я хочу загнать машину, типа я не буду ждать. Не хочешь по-хорошему, будет по-другому, будет по-плохому. Я говорю: так, стопэ, я вам объясню. Объяснила причину того, что я сейчас не могу это сделать. Он говорит: меня это не канает, иди делай это сейчас, потому что мне это надо, либо проси своего супруга. Супруг у меня сегодня на работе, и он будет до вечера, и как бы его это не колышет. И он продолжал на меня орать, там стоял, ну, наверное, минут 10 на меня просто базлал, простите, повышая голос. И да, вот как бы я вообще в шоке от таких людей. И причем, знаете, даже я поражаюсь от таких людей, когда они ведут себя вот так вот, и
когда они косячат, вот когда они делают серьезные проступки, даже когда их ребенок и их дети, так скажем, повредили здоровье моему ребенку, они решили, что как бы, когда я к ним пришла с супругом поговорить чисто мирно, без всяких скандалов, мы были как раз приехали от стоматолога, он мне сказал такую фразу, типа, наш ребенок не виноват, и, а вы, родители, пожалуйста, научите своего ребенка просто элементарно там самообороне, и чтобы типа такого не было. А их ребенок, он побольше нашего ребенка, ему, по-моему, около сейчас 6 лет. Девочка тоже старшая, что-то около там 80 лет, где-то в таком ракурсе. Но не суть в этом, в общем, там семейство «Подай патрон» называется, и как бы вот еще я в шоке. Сейчас с вами разговариваю, и меня трясет. Я сейчас только что покормила Кирилла, и не могла просто промолчать, потому что это трешак, ребят, я в шоке, просто, я вообще поражаюсь над мужиками, которые, в принципе, начинают повышать голос на девушек. Вот он пришел, мужик, кстати, он в форме, он пришел и видит то, что я девушка, открывает дверь, ему отвечает, а он не говорит, так, девушка, хорошо там, да, вот давайте тогда вы это сделаете, пожалуйста, перепаркуйте там, мне как-то там в окошко постучите, потому что они живут на первом этаже, я машину свою загоню в гараж. А он не так начал, он просто на меня начал орать, просто, понимаете, как бы это же козырный мужик. В этом большая часть мужиков, когда они начинают, повышая голос на девушку, они думают, что они прям классные. Ой... Я в афиге на самом деле, в общем, пожаловалась, позвонила супругу, уже сказала, потому что меня все вот так вот трясло, ребенок у меня по квартире носился, говорил, мама, почему этот мужчина на тебя повысил голос, что он орал, мама, я сейчас выйду его там на что-нибудь ему наделаю, моему нашему сыну 5,5 лет, а он уже активно пытался меня защитить, ну, конечно, как бы не очень хорошая ситуация, когда при ребенке повышают голос на его маму, потому что, ну, вы сами себя вспомните, как вы реагировали, когда на ваших родителей, не дай бог, кто-то орал, так что все. Фу, выдохнула, пошла себе заварю кружку чая, и да, наверное, на этом буду прекращать влог, потому что у меня, наверное, на вечернюю рутину с вами показать сил уже не то чтобы не будет, но я думаю, что этот влог будет очень сильно длинным, так что, ребят, да, если у вас есть совет мне, и что вы думаете по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что меня дико бомбит, и да, я, наверное, просто сяду и как-нибудь с вами поболтаю на эту тему, как себя вести, может быть, вы мне какой-то совет дадите, как себя нужно правильно вести, как нужно реагировать на таких людей, и вообще, блин, как с этим жить, и как вот на таких, как вот с этим быть, просто самое главное, так что да, да, я заговариваюсь, но я эмоционирую сейчас, у меня прям вот так вот все подколбашивает, потому что да, не очень хорошая получилась ситуация. Я не могла не показать вам этот внезапно выпавший снег, вы только гляньте, он не тает, зимой такого как бы особо не бывает, а тут вот да, снег лежит и не тает, и мы тихо офигеваем. На самом деле мы даже на улицу сегодня не вышли. Я попила чаек. И, наверное, мне нужно будет еще принять горячий душ, потому что, ребят, после того, как на меня скинули всех собак, наорали, очень сильно нагрубили, я очень медленно от этого отхожу, потому что я себе этого не позволяю. Я не позволяю так себя вести, допустим, с другими людьми и кричать на них. Я за тихомирное решение каких-то ситуаций, но вот это вот, когда ты спрашиваешь, кто на тебя начинает орать, это, конечно же, жесткач. Я желаю вам спокойной ночи и до завтра. Всех люблю, целую.